15 исполнителей уже составили портфолио проекта. В этом году на сцене появились юные артисты, московские участники истории о преображении звучания репертуара, известного многим. Танцевальная группа стрит-джаз, изменилась картинка песни и ее ритмика, но никогда не забывали и о премьерах. Мне трудно ответить за все веяния, потому что в каждом жанре, каждый жанр развивается по-своему, старается творить и в крупных формах. Но, конечно, песенный жанр, он более всеохватен для большого количества слушателей, и он поэтому более популярен, наверное. Аранжировки «Узгирей желез» живут в отдельном формате и могут быть доступны на любой точке. Большая танцевальная машина побывала и в Кремлевском дворце съездов, и в концертном зале «Зарядье». На базе фестиваля был создан мюзикл «Алтын Казан». А в 2020 году татарстанские посланники побывали в американском Карнеги-Холле. И, как предполагают, это еще не предел. Даже некоторые народные песни, которые уже давно не исполнялись, они здесь получили вторую жизнь, можно сказать. И эти песни, ну, я думаю, что навряд ли молодежь услышала бы. Мы же говорим на языке музыки, а музыка – это, в принципе, язык универсальный, международный. И мне кажется, такие общечеловеческие вещи, как любовь, надежда, счастье, они на каком языке ни спой, их надо просто чувствовать. Мелодии Резиды Ахияровой, Эльмиры Низамовой, Луизы Батыр-Булгари, Милюши Хайруллиной и других авторов показаны в современном обрамлении, доступны любому глазу и уху. В разные годы здесь побывали американские и европейские исполнители, выучившие и татарский язык. Как только заканчивается предыдущий сезон, закрывается, я в течение года начинаю подбирать репертуар. Репертуар складывается из народных песен, из ретро-песен, из песен современных композиторов. Традиционные декабрьские вечера оформили систему звезд и реформаторов национальной музыки. В когорте многочисленных фестивалей и форумов Татарстана ветер перемен задул в правильно подобранном стилистическом эквиваленте, напоминая о народном творчестве и эстрадных бестселлерах. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».